22 дня путешествия позади. Всего 3 недели пути, но за ними стояла большая и очень кропотливая работа. 15 городов, более 30 экскурсий, 7 тысяч километров дорог, десятки часов телефонных разговоров и гигабайты информации. Ксюш, смотри, вот она, великая сила интернета, и конкретно 3G, который у нас сейчас практически всю дорогу. Некто Амир Шакиров сейчас совершает путь навстречу нам. И проезжая то от Ишима до Омска, сообщает о том, что на самом деле дорога дальше не очень. Официальным оператором мобильной связи в нашем проекте стала компания Теле2. Качественная связь дороги – это залог безопасности и хорошего настроения. Каждый день участники автопробега созванивались с родными и близкими. А еще мы очень часто обращались к мобильному интернету. Представьте, если вы в чужом городе первый раз, самый простой вариант найти полезную адресную информацию можно, используя современные приложения на гаджетах. При условии, конечно, что у вас есть доступ к интернету. У нас всегда под рукой были телефоны, ноутбук и планшет с 3G. Они же не давали нам скучать и в самой дороге. Мы переслушали тонну музыки и даже посмотрели несколько фильмов онлайн. Но самое главное, в дороге для нас была возможность постоянно держать контакт со зрителем. По ходу пробега практически ежедневно мы включались в прямые эфиры. А для этого, как вы понимаете, тоже нужна уверенная мобильная связь. За картой нашего передвижения можно было наблюдать в режиме реального времени в интернете, и мы постоянно вели фотоленту всех событий в социальных сетях. 3G во всех городах, ни одного города не было, где бы 3G не работало, Теле2. То есть он сейчас по всей России нормально работает. Зарекомендовал себя хорошо. Везде, где связь хорошая, то она работает хорошо. Каждый зритель нашего большого края мог видеть и слышать, что происходит с командой экипажей на протяжении всего маршрута. И это было возможно исключительно благодаря мобильному интернету от Теле2. Если вы, как и мы, отправляетесь в путешествие по России, подключайтесь к Теле2 и не забудьте про опцию «Везде ноль». Эта услуга позволит принимать бесплатно входящие и звонить по льготной стоимости. А вот опция «Чемодан интернета» с включенным трафиком в 30 гигабайт на максимальной скорости позволит использовать интернет всегда, когда вам это понадобится, причем по домашнему тарифу. Проговорив по телефону 6 часов, мы потратили, я лично потратила всего 176 рублей. Что касается 3G, всю дорогу нас сопровождал хороший интернет-трафик. Безусловно, красноярцы могли отслеживать передвижение наших экипажей в режиме реального времени из социальных сетей. Все это стало возможным как раз же благодаря хорошей связи. Федеральный оператор мобильной связи с низким уровнем цен Теле2 теперь работает не только в крупных городах страны, но и в Красноярском крае. Проверьте новую качественную мобильную связь и интернет. Теле2 честно дешевле.